И снова здравствуйте, любители компьютерных игр всех мастей, от мала до велика. Мы продолжаем прохождение Black Mesa. Это... Опять забыл слово. Доктор Фримен, пожалуйста. В общем, Half-Life 1 только в оболочке Half-Life 2 на движке Source. Ремейк, вот, вспомнил это слово. Так, на прошлой серии мы начали, закончили, вернее, нас запили в этой Гордон, комнате с этим большим доктор, это агрегатом, я. Climb up and и start мы the знаем, что motors, будет please. дальше. Ученый на входе, старый старпер, уверял, что ничего страшного не будет, а молодой, ну то есть говорил, что агрегат нестабильный. Is this thing on? Но мы-то знаем, что Gordon, будет полный climb пиздец. up and start the rotors. Ну давайте стартанем роторы. О, погнали. Так, гусеобразные какие-то агрегаты. Ой, сейчас будет, сейчас Very будет. good. We'll take it from here. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. One. Пошёл! О, как светло. I'm seeing О, блядь, аж predictable phase лампочки, смотри. emission. Раскалились. Так, я, пожалуй, спущусь вниз. Stage two emitters activating now. Давай. О. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the meeting will take. Please work as quickly as you can. Что делать? Overhead capacitors to 105%. It's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in. Well, no. It's well within acceptable balance again. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Чё? Да их не понимаю, и я решил, что как будто бы давайте, ну раз нет субтитров, ни русских, ни английских, так-то хоть Standard что-то можно было insertion понять. А, на мунтбойду надо толкать, я non-standard вспомнил, все. specimen. По первой части вспомнил. Так что давайте, как будто я Гордон Фриман, Go русский, ahead, и Gordon. я их не понимаю, Slot как the будто carrier я, into ну, the назвали так analysis Гордон port. Фриман, обычная там, не знаю, Челябинская. Ух ты, нахуй. Обычное челябинское имя. О, шатиндаун, давай шатиндаун быстрее. Может мне наверх залезть? О, оно выключается, говорит. Все, полный бизнес начался. Меня не побьет? Ух ты там. Ух ты, смотри, прям подо мной. Баба. Туда, бабу. О, кто полетел? Кто полетел? Я видел. О, еще кто-то полетел. Вот, все летают. Вот это фигня, по-моему, упадет сейчас. И темнота. И мертвые из космоса. Эй, я должен попасть в другое измерение. О, прям на меня. О, двигаться не могу. Вот эти вот сволочи во второй части, они дружелюбные. А здесь? Нет, они что-то молятся, смотри на меня. Ну, так, вот. Unforeseen consequences. Хрен его. А, это я валяюсь, я встал. Так, все разломали. Наверное, таджики строили. Я извиняюсь, конечно. К слову. Так, ну сваливаем отсюда. Прыгай, чё ты? Кровище, говнище. Эй, как так? Давай наверх. Control Crouch. Ага. Присесть. Чё там? Чё там с ним? А, аптечку взял. Чё с ним? Мертвый? Ну все, снимаем сапоги и валим. У меня сапоги зачетные, да, смотри, кирзачи. ВДВ! Да что ты делаешь, у него мозги уже на полу. Блин, кассету возьмем, наверное. Раритет все-таки. Ух ты ж мать моя, как его распидалило. Флешлайт, фонарь.
Да, это ты, я тебя помню, ты стучал по этому агрегату пальцем, он достучался, блядь. Дебил, блядь, все, трупаки везде, жопа, полная жопа. Ох, этого как раз кутачило, смотрите. Оттуда до сюда протащило, взрывом пойди. Эп, о, пробиваю. А, здесь тёлка сидела, где тёлка? Ой, блядь, ой, блядь. Нет, не тёлка. Я думал, может, она без сознания валяется, может, я смогу с ней что-нибудь чудить. Ну ладно. Ага, идем дальше. Здесь что, все завалено. Это что такое? Материнская плата. Китайская. Ну-ка, ну-ка. Хер поймешь, короче. Е-пикап, а, все, понял, разбирается. Мы сегодня, короче, блядь, выкидывать. Унитаз и ведро. Так, валим отсюда. Ну чё, блядь, да вы ёбулись, блядь, электрики, любители. Я вам говорил, дядя Лёш, надо было звать. Пузырь бы поставили, все нормально было бы. Ух, тут что-то. Тут должен быть этот краб вот здесь. Да, я выбрался. Need to get to the surface and let someone know that we're stranded down here. There's no telling what kind of danger is. My God. Кто там? Хэдкраб появился там. Я же говорил, хэдкраб. О, блядь, так ты расколотая же, может вырвать? Отойди, лысый. О, здесь уже появится. Ну мы ждать не будем. Да, я hear you, но я don't understand you. А ты мне откроешь дверь, давай, давай. Ох, а что закрылось? Нет. Давай сюда, братюн. Давай, давай, быстрее. Как тебя распердолило. Мозги, смотри. Это мозги. Бля, валик шип, да? Оп, нет, подожди, я застрял. Еще раз, значит. Так, погнали, 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 погнали. Все, свалили. Так, валим с этой удобной мясо. О, что такое? Чужие? А, ты с крабом на башке, да? О, так тебе и надо. Так, здесь тёлка тоже сидела, я помню. А что я все стёклы убью? Так, с ним пройти. Отсюда, видимо. Space Control Crunch Up. А, вот так. Ага, вот так вот. Тёлка. Ай, блин. А может, это тёлка была с крабом на башке? Спасибо. О, ужас какой. О, отлезь, гнида, отлезь от меня. Фу. Фу, какой ты урод. Это лазеры. О, прям за мной, сука. Так, свали. Эй, что застреваю я всегда? О, еще один. Уа, кишки, мешки. Уа, смотри, что от тебя осталось. Руки, ноги отрезали. Так, сваливаем. Здесь, видимо, так. Тебя что прибило этой штукой? А, это тот чувак, да, который говорил, что нестабильный. Вот ты нестабильный. Ты был прав, братиш. Пойдем тут вместе. Кто-то там в лифте. Эй, братиш, подожди. Все, я помогу сейчас. Сейчас все будет. Ой, там тёлка, тёлка там. Тёлка, тёлка, иди ко мне, моя тёлка. Ух ты, ёпки. О, это не я, это не я. Блять, это же я, как неудобно. И тёлка подохла. Ай, ты мать моя, ну давай посмотрим. Может, её можно трахнуть ещё. Блин, вот не отлепляется вот от лестницы. И пробил вот я жму. Вот как отлепиться? А, просто пробил.
Тёлка, дайте мне тёлку, тёлку. Чё, тут никак? А, вот так можно. Дайте тёлку. Тёлка, пойдём ко мне. А, это та тёлка, которая сидела. Та, ты извини, что я называл тебя шлюхой. Ну ладно, расколбасила тебя. Ну, по крайней мере, в компании. Будешь лежать. Так, нам, видимо, самый верх. Идём самый верх. Ой, братюнь, ты застрели их всех. Да, это я. Да там двое. Да там двое что-то в электриков решили поиграть. Ask Ellie to follow. А, у меня нету да ничего. Блин, какая гадость, смотри. Фу, вы еще уродливее, чем, блин, в первом Half-Life. Да не знаю, пойдем со мной. Давай. Вот этого убей, вот этого. Он мне не нравится, убей его. Давай, 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 давай. Вот так. Молодец. Вот этого убей тоже. Подожди ты, блядь, на линии огня стоит. Бля, у тебя патроны холостые, что ли? Иди сюда. Убей его. Вот так. Где моя монтировка? О, бля, он ползет. На, убей его. Убей его. Ты дай мне пистолет, я лучше сам его убью. Ты же негр, ты должен уметь обращаться с оружием. Извиняюсь, конечно. Эх, винду так и не переставили. Не успели. Так, здесь полный расколбас. Нихуя себе, его, блядь. Расхуячило. Сейчас как Рэмбо. Уа! Видал ты, нет? Пойдем со мной. Это я тебя буду защищать, а не ты меня. Фу, его протащило, смотри как. Что такое? Пикап флеер. И что делать? Что мне с этим флеером делать? Это же не флайер, это флеер. Jesus, this place is in bad shape. Да нафиг он мне нужен. О, смотри, что творится. Мочи его, братюнь. Ай, ты и я застрял, блин, из-за тебя. Like that? Да, like that. Наконец-то ты со скольки патронов убиваешь-то, интересно. Нафиг эти флееры у меня? Ой, смотри, идет, идет. Иди мочи его. Я все понял, я все понял. Мать, ты их пока мочи. One down? Ну-ка отойди. Как empty? Ты че, охренел что ли? А чё ты в огонь лезешь, дебилы? Чё такое? Где такое? Кто там лазит, что? Чужие, чужие. Ой, это ты, блядь, чё тебя флэром не запихал. Я выгорел. О, жрёт кого-то. Так нельзя. На вот тебе. А он сдох. Все, надеюсь, больше нету. Ой, ты еще живаешь. Блин, все раскидано вот так по полу. Блин, не пройдешь. Ты же эмпти говорил. Ну ладно, я его сейчас спалю. Не трать патроны. Все равно косой. Как тебя взяли в охранник? Не сдавал, что ли, экзамены? По меткости стрельбы. Ну все разломано. Где же монтировку мне взять? Мне тут ее должен дать, да? Бля, я же выкинул тебя.
Ладно. Кто? Так, здесь что у нас? Ничего. Давай. Well, you get points for drive. Ну. Так, здесь ничего, пойдем посмотрим раздевалки. А, здесь. Вот он сидит. Ready to get going, sir? Okay, grab what you gotta grab, but don't dawdle. Так, говорит, бери, что надо брать. Патроны. Здесь как бы больше ничего нету. Отойди. Excuse me. Все закрыто. Это не тот, который с карандашом за ухом был. Так, ну у меня такого ничего нет, тут шампунь тут какой-то. Подожди, кто орёт? О, братюнь. Бумага помогла, я вижу. Мочи его, мочи. О, еще и тот ожил. Каждый сам за себя, братюнь. Давай. Ну, смотри, справился, гад. Ну, засранец, блин. О. А, интересно, те empty, которые под зарядки костюмов-то. Надо проверить. Блин, empty. Так, так, ну чё же, где моя монтировочка? Дайте мне монтировочку. Я хочу гопать, гопать. Поедем, чувак. Пойдем, пойдем. Со мной не пропадешь. Ух ты, трещина. Пошёл, пошёл. Соседка квартира пришёл. Вот, соседка квартира пришёл, я же говорю. Да, запах, конечно, говнястый. О, здорово, мочи. Фас, фас. Взять, взять. О, ползет еще кто-то. Ползун, блин. Молодца. Видишь, я тебя всему научу. Блин, брат, налево. Ну, нифига себе. Что, крутой, что ли? Я так не умею. Так, слегка только. Тут еще один, мочи его. Вон он, вон. Ух ты, смотри, что он творит, а. Как посмел ты. Мочи, он того охранника мочи, у него ствол есть. Давай, 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 давай. Давай, перезаряжайся. Дайте ствол, дайте мне что-нибудь вообще. Давай, позвони, а мне вроде сюда можно пролезть. Нельзя. Чё всё зажглось-то? А? Ну я тогда не полезу сюда. Пойду сюда. Ты чё там вызываешь? Дай-ка мне одну такую штуку. О, смотри. Ты чё это прыгаешь на меня? Сгори в адском пламени. А, ну здесь... Видимо, делать нефиг. Тем более, что здесь все. О, братюнь. Флиппешка. Ну, видимо, надо идти туда, где... Или сюда можно зайти. А, сюда можно зайти. Это распидолило. Ну, где оружие? Блин. Что-то я по первой части не помню, да, такого? Is there anybody out there?
Ну, единственное, сюда нам. Ну, там все горит. Что делать? Там какие-то зомбаки. А, вот здесь можно пройти. Они что-то хавают. О, я вижу монтировочку. Я ее вижу. Ну все. Та-та-та-дам-та-дам. Иди сюда, иди сюда, блядь. Так, вот, бабахнуло что-то. Не знаю, что. Но что-то бабахнуло. Как-то он бьет. Не впечатлительно. Не впечатляет. Ого, вот это дырка. Так, дальше. Куда идем? А это ты тот дедан, да, который говорил? Все нормально? Да все нормально будет, Слайк. Да ты не ссы, ты успокойся, Слайк. Так, нам, видимо, в ту дырку. Да, только я застреваю почему-то. А, че? Давай, я тебе помогу, ты мне открой. Сзади, сзади. А, попал ты, братюга. Да, я сюда не залезу. Ну, приятного аппетита. А сюда очень даже залезу. Так, пойдем по-человечески. Че, винду приустанавливаешь? Это, блядь, сисадмин, точно. Так, здесь бы не распидолило меня. Ну. Где кто? Я спасу тебя. Я хуй ты не убиваешься? Ты мертвый. Зачем ты умер? Я хотел тебя спасти, а ты умер. Это не разбивается. Проводки идут сюда. А, все понятно. Вилька, розетка ма, это все понятно, ма. Посмотрите, ломик какой у меня. Здесь в этом говнище, в кишке вот эти зомбаковские. А, попадал его, братиш. Все, все, подыхать. Я тебе помогать не буду. Ну давай, чё. А, ты сдох, смотри. Ну бывает. О, тебя конкретно прищучило. Ну-ка. Оп, 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 оп. Ладно. А чё все дохлы? Тут один живой хотя бы есть. Кроме того, парнишка. Чё это такое? Жидкий азот? Чё за снег? Такое чувство, как будто сейчас... О, Дед Мороз придет. Да там холодно. Чё делать? Блин, вот этих моментов вообще не помню. Вот он. В оригинальном Half-Life. О, это нормальная штука. Возьмем себе. Это тоже нам пригодится. Блин, отсюда я пришел. А, вот отсюда, видимо. Ага. Так. Тик-тик-тик. Убираем. Проходим. Запрыгиваем. Нет, не запрыгиваем. Данжер, говорит, explosives. Бабахнем. Давай сохранимся. И бабахнем. Не хочет. Не хочет. К
как анекдот вспомнил. Заходит пахан зоны в хату. А там один новенький зэк плачет. И пахан зоны спрашивает у остальных зэков, а чё он плачет? Домой хочет. А в рот он не хочет. Не хочет. Плачет. Вот. Поэтому это не хочет. А чё это? А чё это было? Ой. Ой-ой-ой. Ох, как распидолилось-то. О, нам сюда. Да, давай, братюня. Давай. О, чуть не сдохли. Откуда вода? Вот опять таджики. Все строили таджики. Все поломано. Walk down, run, don't run. А, идти не бежать. Идти не бежать. Окей. Это что такое? Вода пробивается через дно? Через пол? Закрыто. Ух ты, какой ты, смотри. На тебе. На тебе. Почему я такой косой? Ломиком по башке. Никто не получал ломиком по башке. Довольно, по-моему, неприятно. Кто там? Что там? Ой, блядь, вот эти же. Блин. На, кушай на здоровье. А я пока пройду. На, говорит, попробуй ты. Блин, что-то невкусное она. Бочка невкусная. О, здорово. Как тебя там, эндермен? Я тебя догоню, поймаю, блядь, убью. Паршивец. Ух! Блин, собака, ты запарила, ты. Ты сейчас меня... Блин. Да, помню этих собачек. Ну это, блядь, дерзко она. Сволочь, а. Ну-ка, нате, сожрите ее. На. Кушай. Мне нравится. Посмотрите, какие гурманы, а. Блин, столько жизни отняло. Не туда. Блин, а там снег, не холодно. Вот спасибо тебе, аптечка. Теперь можно жить. Так, сохранимся. Так, туда-сюда, сюда-туда. Здесь, видимо, открыто. Там что такое? Поломата двери на. О, что-то не нравится мне этот черепок. Эй, здесь. А, я забыл вас. Одного раза нужно бить. Там. Бедолага. Там, видимо, холодно, я туда не пойду. Там делать нефиг. Ладно, пойдем. Ладно, лестницу. Иди сюда, блевотная фигня. Я буду тебя бить. На тебе. Да ты что, сдачи даешь? 4 раза надо. Чтобы грохнуть. А, блин, тоже много хавает жизни. Смотри, 20% нет. Так, блин. Ну, или я подзабыл, или я так забыл сильно, или что-то отличает все-таки этот ремейк от первой части, потому что я вообще в упор не помню, вот этот снег в упор не помню. Что делать, куда идти вообще? О, thank God. Здорово. Listen, I know where you can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you, and I'll unlock the door. Ну пойдем. Lead on, Gordon. Пойдем.
ты со мной не ссы. Сейчас мы всех погопаем. Моим ломиком. Keep your hands away from that gaping maw! Чего? Ну ладно. Он как бы сказал, если ты меня возьмешь с собой, я... О, подожди, вот эти убьем. Я знаю, где этот... комната охраны, и могу тебе ее открыть. Ну а хер ты думал. Это же я, Гордон Фриман. Так. 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 Что за не то? Подожди, вот это нафиг не крутить. Давай, 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 родимая. И чё? И чё случилось? Так, братюнь, давай стволы. Давай, где стволы? А, вот они. О, о, заживем теперь. Маус, ролл гранаты, маус, ролл гранаты. Ролл гранаты, можно их катать? Интересно. Ну, давайте здесь пробовать не будем. Справимся. А шкафчик нельзя открыть? Видимо, нет. Где кассеты с порнушкой? О, 42. Зачетная дальше. Так, здесь куда нам? Тут мы что-то покрутили, что-то произошло, но я так и не понял, что произошло-то. Видимо, назад куда-то. Не знаю. Ломик, гранаты. Давайте попробуем. Сохранимся. Ой, братюнь, извини, пожалуйста. Я хотел вон ту дверь взорвать. О-о-о. Дверь можешь взорвать, нельзя? Видимо, нельзя. Слышь, у тебя еще нет гранаток? Да, приближения прицела нету. Только так стреляю. Ну ладно, отсюда нельзя, пойдем искать другой выход. Да ты все, заткнись, все, там сиди. А, вот ватер, вот это я открыл, вот оно сюда пошло. Вот теперь здесь надо покрутить. Manual override, emergency use only. Ну как раз такой случай у нас. Экстренный. Так, все, покрутили. Тут у нас глухо. Там здесь покрутили, но, видимо, куда-то опять вниз, что ли. Никто не выпрыгнет из угла, надеюсь. Идем сюда. А, вот наша хот-ватер отсюда идет, идет. Пощёль, пощёль. О, теперь здесь можно что-то нажать, наверное. Два, говорит. И чё, ничего не нажимается? Ну. А, вот здесь ещё есть. Почти нафиг здесь туда. Только лестница стоит. Где на неё можно залезть? Или нельзя? Что делать? Странно, странно, странно. Ну, а вот, а нет. В принципе, я оттуда залазил. А вот, вот, вот все открылось, все понятно. Так тут холодно, наверное? Нет? Куда сохраниться? Потому что я слышу, кто-то орёт там. О, этот крабик. Получи. Таких я тоже не люблю, они такие сволочи. 4, 5, 6, 6. Фу, ты кусок какого-то
чего-то. О, глаз, смотри. Фу, какая гадость. Кого-то сожрали. Ух ты. Тварь какая. Ты смотри, а. 4. Что? Что? Где? Чего? Что? Ничего не понял. Кто убил? Зачем убил? Ну ладно. Надо сохраняться почаще в этой игре. Потому что убивают неизвестно кто, неизвестно где. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я тебя знаю, глазик. Так. Чувачело. Давай, пошел. Большой бабаш. И... Раз, два, три, четыре. А, в башку четыре надо, так не канает. Блин, бедный кто-то где-то. Смотри, мозг, мозг. Смотри, какой это вообще кошмар. Вообще какой-то глаз. Пойдем дальше. Так, здесь надо сохраниться. Потому что здесь надо кто-то говорить. Ух ты, смотри, что творится. Ну-ка. Вот он, вот он, вот он, вот он. Какой злой монстр, а? Ну, пожалуй, давайте на этом закончим очередную серию. И продолжим в следующий раз. На этом все, пока.